Всем привет! Вы на канале Мои рецепты и с вами Людмила. Сегодня для вас готовлю быстро, просто и доступно легкую закуску из баклажанов. Два баклажана среднего размера нарезаю кружочками толщиной приблизительно 1 сантиметр. Ножом вырезаю кружочек, получается кольцо из баклажана. Все вместе перекладываю в салатник и солю, отставляю в сторону. Свежий помидор нарезаю на мелкие кусочки. Сочную мякоть из помидора желательно удалить, а остальную часть нарезать на мелкие кусочки. Также мелко нарезаю полукопченую колбасу, но можно взять и вареную. Твердый сыр натираю на крупной терке. Затем добавлю 2 куриных яйца. Черный молотый перец добавлю по своему вкусу. Перемешиваю все до однородности. Получается густая масса для начинки. Кольца баклажанов обволакиваю муку. Кружочки также обволакиваю муку и отдельно жарю на растительном масле, а подаю с майонезом и чесноком. На раскаленную сковородку с растительным маслом выкладываю кольца из баклажанов. Наполняю начинкой и жарю с одной стороны 1-2 минуты. Как только сыр начинает плавиться, переворачиваю на другую сторону и еще жарю до румяности 1-2 минуты. Закуска из баклажанов очень вкусная, как в горячем, так и холодном виде. В дополнение к ней можно подать чесночный соус. Всего лишь 2 баклажана, а получается целая тарелка безумно вкусной закуски. Готовьте по моим рецептам и радуйте своих родных. Спасибо вам за лайки и комментарии. Подписывайтесь на канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые рецепты. До скорых встреч!